Ну что, я не хочу. Нет, я не хочу, не хочу, не хочу. Надо сок попить. Ну ладно. А, ну сейчас я пока разберусь, что он именно на меня наводится. Я думал, он в конкретную точку приходит. Но это все, это надолго. Это все, это не за сегодня. Я сразу говорю, кто хочет увидеть, что я его пройду, можно уходить со стрима. Да лол, я уставший, вы о чем? О, не, надо попробовать на клавиатуре, у меня микрилка на геймпаде не работает. Ну я знаю, но только это знаешь, это то же самое, что прошел на ютубе, значит прошел в реале, да, некоторые так говорят. Ну вот, вот. Знаешь, вообще не одно и то же что-то. Я даже перепрыгнуть не могу. О боже, я даже перепрыгнуть не могу. Я не могу дамажить, пока я прыгаю. No problem. Here I come. Lucky, lucky. Oh. Here I come. Dun 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 dun. Тан-тан-тан. Не, ну пост сделан очень круто, я вот в этом не могу не согласиться. Он адски сложный, но блин, он круто сделан. Меньше, не знаю, видишь, уже не могу пройти. Я уже потратил аж 7 смертей и все еще не прошел. Количество трайфов уменьшено втрое, но если б трое. Че? Да не могу я и прыгать, и это... А, хотя, если убрать руку со стрелок... Да лол, почему он задевает меня? Да что это? Ну это же легко. Но я уже просто уже потрачен все. No problem.
Да лол, вот это и все, я слово, можно 100 слов поставить в чат. В смысле поставить кнопку стрелять на кнопку стрелка вверх, что ли? Не знаю. Ну, вообще идея, в принципе. Так, у нас X. Попробую сейчас. Не, стоп, а как же? Ну, не знаю. Как-то непривычно. Но, в принципе... А, ну да. Не очень. Я же не могу тогда идти и быстро стрелять. Хотя не могу, в принципе. А, прыжок, а не стрельбу, лол. Можно еще 100 слоупоков в чат поставить. Мышка. Кстати, это идея, лол. Блин, да что он заделал-то? Да... Почему... Когда я смотрел прохождение, стример ни разу не попался на эту штуку. Непривычно пока что прыгать на кнопку вверх, но явно удобнее, сразу скажу. А вот такой-то тоже стример. Непривычно прыгать наверх, сейчас пока привыкну, это еще пройдет время. No problem. Что сейчас-то будет? Эти стрелять огнем, да, будут? О, чё же слово-то такое? Смотришь всё, короче, я. Ага. Действительно. No problem. Да, no problem. Не, мне радует вообще босс, ой, вообще крутой. Кто подсказал прыжок на кнопку вверх, вообще имба. Спасибо огромное. Настолько легче стало. Мне кажется, это разработчики так затроллили, короче, игроков. Тот, кто догадается поставить прыжок на кнопку вверх, тот, короче, выиграет больше, а другой будет мучиться. Забыл, кнопка другая. Так у меня, у меня есть геймпад, и он подключен и настроен. Но я, мне кажется, на клавиатуре здесь проще. Here
Here I come. Lucky, lucky. Dun-dun-dun-dun. Lucky. No problem. Да, ой, да что ж я торможу. Да, для меня тоже я левша. Можно переназначить, но что-то мне кажется, привыкать еще дольше буду. Да прыгай ты, ох. Тормоз какой-то больше. Ну, пеку-пеку, понятно, что кто-то им управляет, но это не важно. Что ты пробовал? Что сейчас будет? А-а-а. Ну я забыл уже, какие там фазы идут. Хорошо, попробую на геймпаде, но мне кажется, это не очень. А, у меня прыжок не будет работать, потому что я назначил же его. Хотя сейчас я лучше в экспадере переназначу. А. Что я нажал? Here I come. Забыл. Here I come. Стрельба стала медленней. Сразу видно. Here I come. Нет, ну я уже все, я уже немножко освоился на клавиатуре. Сейчас перестраиваться будут 3 часа. No problem. Опа. А он выпадает там, где я стою, или он всегда в одинаковом месте? Вот это выпрыгивает. А как его сильнее заспамлить, ты чё? Он же вон прыгает в меня. Я его не могу тут перепрыгнуть. Когда тантередан я плохо спамлю, но я не знаю, как лучше. Да я путаюсь, я не могу спамить сильнее там. Да видишь, все не получается. Когда спытаю сильнее, я... Пипец, все, сбиваюсь. Я перестаю уже прыжки выполнять просто. Уже жарко стало. Блин. Here I come.
Here I come! Gotcha! Dun-da-da-da! Dun-da-da-da! Most cringe. Here I come! Gotcha! Dun-da-da-da! Gotcha! Lucky! No problem! Так я же у него даже половину не потратил, а мне же нужно за одну фазу... мне же нужно за две фазы его пройти. Here I come. Lucky. Ты не женщина, потом посудомойка. Here I come. Here I come! Lucky! Lucky! Dun-da-da-dum! Dun-da-da-dum! No problem! А почему он справа-то вылез? Он же до этого слева вылезал. Или он все-таки вылезает там, где я стою? Я не могу догнать. Походу там, где я стою. А когда ты проходил, у меня было четкое ощущение, что он вылезает всегда в одном месте. Блин. Иногда бывают заскоки. Ну, часто. Да как же, на каком расстоянии надо стоять, лол? На каком правильном расстоянии стоять? Почему? Как же я вторую фазу пройду, если я рандомно прохожу? Я не знаю, как это пройти. А, прям возле него стоять, что ли, надо? Ой, сейчас фейл. Нет, возле него тоже нельзя стоять. Походу, рандомно как-то, блин. Here I come. Here I come. Dun da da da. Lucky. Here I come. Gotcha. Lucky. Capture. Here I come! Lucky! Dun-da-da-dun! Lucky! Gotcha! No problem! Долго он вылезал. Вот сейчас я не знаю, вряд ли это пройду, я вообще не без понятия. На какой последней фазе ты о чем? Here I come.
Here I come. Lucky, gotcha. Lucky, gotcha. No problem. Все, на молотках будет конец истории. У меня с микро, особенно сейчас, вообще плохо очень. Here I come. Lucky, no problem. Да почему мне, я когда смотрел тебя, мне казалось, это вообще такая легкая фаза, где этот огонь плавает и летят. Ой, плохо заспамил. Блин, да. Не, я просто торможу. Без логики что-то играю, походу. Да пнул меня, взял ногой. Куда? Here I come. Gotcha. Кто-то еще думает, что я пройду сегодня? No problem. No problem. Here I come. Lucky. No problem. Here I come. Gotcha. Lucky. Dun, 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 dun. Lucky. No problem. А чё за спам, не за спам? Я не могу пройти, какая разница? Боги, блин, эти
знаешь. Here I come. Ё-моё. Here I come. Да блин. Не, это просто, знаешь, даже если я пройду одну фазу, если я так рандомно прохожу, то как я пройду второй раз в круг? На везение? Вот это вот, если такое происходит до сих пор. Просто торможу, что надо уйти с волны, когда он улетает. Ну, тупо вот у меня скрипт не срабатывает. Ну это ладно, это бывает. Да ладно, ты же так же спамил, ты чё, я же у тебя научился. Где ты видишь пол хп? Блин, запутала меня эта штука. До пол хп там очень далеко. Да блин. Как же он достал. Мне кажется, после Ирюни не спамить, это вообще не, вот, ни о чем. Он доказал, что спамить это нужно. Нужная вещь, такая прикольная. Пригождается, я тебе скажу. Да лол. Да ладно, ты такое сказал? А кто мне сказал, что нужно пройти обязательно двух фаз? А чё так у меня пролаг был только что? Сбило сразу. Да почему он меня убивает? Самая фаза, самая первая фаза самая сложная. Потому что ее нужно проходить на везении просто. Да ну что ты? А у меня не то и не то. Ну, потому что, блин, дно последнее. Here I come! Gotcha! Dun-da-da-dum!
Ну как? Here I come. No problem. Это, короче, Марио отыгрывается за то, что в играх про Марио он дох с первого раза. Да ладно, чё такого-то было? Here I come. Он каждый день такой происходит. Да лол, ну как это, ну... Да какой стрелять? Ты о чем? Выжить, может, надо вначале? Или что? Да в него некогда стрелять, от него просто прыгать бы. В него чуть-чуть пострелять можно только вот в самом начале и все. Потом пережить все фазы и только после этого опять на этом же самом моменте пострелять. И чё, много мне дало это, то, что я в него одной пулькой попал? Да чё, куда ты? Привет, Wild. Good like. А чё не стреляет? Я кнопку перепутал. Here I come. Так вообще-то в прыжке там летят огненные. Не, не слышал? Блин, мало трачу, по-моему, мне так кажется. По-моему, ты тратил больше даже. В самом начале. У тебя же ты же за две фазы прошел каким-то образом. А я за одну, у меня в смысле за две не получится, я за одну трачу меньше половины. А если он вперед на меня смотрит, вообще невозможно увернуться. Или возможно, но непонятно как. Ты за три фазы прошел? Не, на третьей фазе ты в самом начале, где он вот это вот бегает, вот это уже там добил. Moving now.
Вот как это пройти? Я хрен знает, как это пройти. Да нет, я вот эти круглые вообще не знаю, как пройти. Если первое хоть на рандомном везении прохожу фазу, то вот это где летит все как в тоху, то это вообще не фиг знать нереально, по-моему. Повезло. Ну вот, походу, дошел до этого молоток. А, они сейчас скажут Mario Brothers, и начнется жесть это. А я думал, не заденет. Забыл, что прочитал. Истор, я понял, но уже не помню. Да, у меня будет, надеюсь, ну, лучше. Именно так. Нормальная тактика. Стандартная, по-моему. Я так всех боссов прошу. Допнул он меня. Да случайно я его прошел 4 раза. А чего он бегает не до конца? No problem, я тут уже вспотел. У него no problem там. Лол. Да чё он такой резкий? Датор, у тебя как обычно, если ты смог, то все смогут. Отличное предупреждение. Я не профи игрок, так что если ты что-то не смог, если ты что-то смог, то не факт, что я смогу. Moving now! Wah-ha!
Ну, Тор, я, к сожалению, не помню, как ты спамишь. Я, правда, не помню, сколько ты тратил у него здоровья за одно это. Не, ну ты пойми, у меня рука же тоже устает уже спамить, так что... Насчет хорошо спамлю, это все быстро заканчивается. Уже очень рука устала. Правая, которая стрелками управляет. Не знаю почему-то. Ну, значит, ты клавиатуру жалеешь просто. Да лол. Ну, видишь, тебя не устает. Или ты иронизируешь. Ты ж не жалеешь. Да не могу я вот тут прибивать, пофигу. Так, ну это же Тоху. Ой-ой-ой. Нет, забей. О нет, это все. Ты сказал дойти до молоточков, я дошел. Ты видел, насколько я слол? Жесть. Сейчас. Жарище. Чё так жарко в комнате? Тор, ты учитываешь, что я, во-первых, видел, как ты проходил, тут еще ты сидишь подсказываешь, потом говоришь, что я дно и так далее. Ну, короче, стимулов дофига. Стимулов, подсказок. А у тебя что, у тебя только чатик троллил сидел, наверное, я и то этого не видел. Ну, в смысле, я видел только последний стрим. Да ладно, ты видел, как его пройти и не знал, что нужно стрелять в последнюю фазу? Что-то сомнительно. Я имею в виду не фазу, а формацию, ну как это назвать, вот, стадию. Here I come.
Ну и тут его дамажить, я хз как. Ну вот, блин. ВФФ засираешь? Да ладно, мы в одинаковом положении. Ну только то, что ты на стрим проходишь, а я нет. Ой, как мало потратил. Ну ладно, все равно я не пройду, ну, все фазы. Все равно тренировка пока. Ну вон. Here I come. Gotcha. Lucky. Da-da-da-da. Gotcha. No problem. Here I come. Новая джир победа, джир прекрасно! На! Ну так, что-то все равно мне кажется. Ну хотя ладно, нормально потратил, уже думаю, сойдет. Там главное дальше еще тратить чуть-чуть хотя бы. Да не, но все равно без третьей фазы не обойтись. Без третьего круга, в смысле. Ну тоже, значит... Снап тебя ждет, раз ты будешь крабить ЖРПГ. Я даже не в ту сторону стрелял. Блин, тем это блин. А, у тебя не будет проблем? Ну, хоть одну пулька попала, это норм. Надо будет Тоху 6 пройти. Марио, брата! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но если будет плохо, ты знаешь, что надо включить. Откуда такая уверенность, я не понимаю. Как будто ты играешь, но... Смотри, я не могу вообще одну фазу. То есть я просто до второй фазы не доживаю. Если я доживу до второй фазы, это вообще не будет означать ни капли, что я
вторую фазу пройду. Ну, в смысле, еще один цикл. Я имею в виду еще один круг. Слушай, сенсей Боша, ладно. Ты видишь, как я мало урона наношу? Да вот. И как? Я не могу стабильно там проходить. Мне нужно хотя бы стабильно до молотков начать доходить. Да ладно, Тор, ты же видел, я сегодня на английском проходил. В принципе, норм, учитывая, что тут-то вообще текста много, а там может будет не так много. Так что, в принципе, все проходимо. Да, я дошел до него. А? За озвучку как Лунари, говоришь? Ну классно. Ой, что-то я не то сделал. Он тебе привет лес передает. Дофига не выполнение. Нет, она увидела это и ушла. Но такое долго нельзя смотреть нормальным человеком. Прыжок с мясом. Гатча. Гатча, ты где? Не, ну фраза у него эпичная. No problem. Ну, Тор, ну не умею я играть больше. Можешь уже это усвоить? Я первого босса не осилил пройти, что ты хочешь. Ой, что это вообще, что это такое было? Мало потратил.
Так это, понимаешь, от чего происходит? От того, что у меня ломается, как сказать, восприятие управления. Я не понимаю, что я делаю. Просто условные рефлексы вырабатываются, но они сбой дают. Ты думаешь, я осознанно делаю какие-то эти шаги, когда босса прохожу? Просто как-то запоминаю комбинацию кнопок. Ну, в реальной жизни, да. В боссе не только в начале. То есть я могу идеально, например, проходить полторы фазы босса и потом сделать просто какое-то абсолютно нубское движение и запросто и погибнуть. Это вообще такое запросто может быть. Просто потому, что меня что-то переглючит. Что сейчас будет? Я не помню. Что? Что это было? Надо было стоять на месте? No problem. No problem? Тор, что это сейчас было? Можешь объяснить? Я забыл, что там за фаза. Да ладно, это всего? И это весь босс? Чё? Я думал там... Нет, я не говорю, что я пройду, но что-то мне казалось всё сложнее. Да я же его за 2 дня пройду. Что сейчас было такое? А, точно, еще же, да. Я забыл. Ну тогда да, подольше, наверное, помочь. Мне песенка вообще такая крутая, ее надо скачать. Не, за сегодня ты имеешь в виду 31 марта по Москве. Ну, еще есть 23 часа 45 минут на это. Here I come. Gotcha. No problem. Here I come. Here I come. Here I come. Неудачная попытка. Gotcha.
No problem. Начался непотушимый пожар. Почему у тебя-то? Я же вроде играю. Чего, больше не за тебя, ты что, издеваешься? Ты же прошел Марио. Here I come. Gotcha, gotcha, gotcha. Here I come. I'm moving now!
Я просто практически без комментариев уже, потому что поздно. Here I come! Gotcha! No problem! Here I come! Gotcha! Dun-da-da-dun! Gotcha! 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 No problem! Точно ПК. Here I come. Gotcha. Dun-da-da-dun. Lucky. Dun-da-da-dun. Ну где-то 10 кофе, а тут босса. Это же больше. Here I come. Here I come! Gotcha! Lucky! Dun-da-da-dun! Gotcha! Not no problem! Here I come! Dun-da-da-dun! Gotcha! Gotcha! No problem! Нет, базуки нет.
Mario Brothers. Here I come. It's flashy time. Wah-ha! Here I come. Here I come! Dun-da-da-da! Lucky! Gotcha! Gotcha! Dun-da-da-da! No problem! What a tasty treat! Mario Brothers! Here I come! It's flashy time! Fuck yeah! Wah-ha! Here I come! Gotcha! Dun-da-da-da! Lucky! Dun-da-da-da. No problem! I'm moving now! Wah-ha! It's flashy time! Here I come! Da-da-da. No problem! Here I come! Dun-da-da-da! 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 Lucky! No problem! It's time! Here I come! Here I come! Lucky! Lucky! Dun-da-da-da! Gotcha! Gotcha! No problem! What a tasty treat!
Mario Brothers. Я бы поиграл в какую-нибудь игру, которая чуть-чуть легче больше. Не сильно, чуть-чуть легче больше. Ну, потому что больше совсем уже выносит мозг, пипец. Here I come. Not no problem. Потом. Сейчас запишу куда-нибудь название. I'm moving now. Уа-ха! What a tasty treat. Не, ну видео я не буду смотреть. Я, во-первых, не люблю спойлерить даже такие вещи. Потому что мне вот, например, здесь интересно, какие же дальше боссы. Я больше вот видел только первого, второго, третьего босса, все, больше никаких не видел боссов. Не хочу себе спойлерить, потому что они прикольные, интересно узнать уже реально, когда играешь, эффект лучше. Here I come. No problem. I'm moving now. Waha! Put it down. Here I come. Gotcha. Lucky. No. Here I come. Here I come. Gotcha, gotcha. Lucky, lucky. Not no problem. Mario Brothers.
problem. Here I come! Here I come! Ah!
Mario Brothers! Here I come! Here I come! Dun-da-da-dun! Lucky! Gotcha! Lucky! No problem! Mario Brothers! Here I come! It's flashy time! Here I come! Lucky! Lucky! Gotcha! Gotcha! It's flashy time! Here I come! It's flashy time! Here I come! Dun-da-da-dun! Gotcha! Lucky! Lucky! Here I come! Dun-da-da-dun! Lucky! Dun-da-da-dun! Gotcha! Dun-da-da-dun! No problem! Какой закипанная музыка, то что это? Mario Brothers! Problem.
Mario Brothers! Here I come! Lucky! Dun-da-da-dun! Lucky! Gotcha! Lucky! No problem! Mario Brothers! Here I come! Here I come! Gotcha! Dun-da-da-dun! Gotcha! Gotcha! Dun-da-da-dun! No problem! Here I come! Dun-da-da-dun! Gotcha! Dun-da-da-dun! Lucky! Gotcha! No problem! It's flashy time! Wah-ha! Here I come! Here I come! Gotcha! 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 Dun-da-da-dun! No problem! Here I come! Here I come! Dun-da-da-dun! Gotcha! Dun-da-da-dun! 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 No problem! What a tasty treat! Ah!
Mario Brothers. Here I come! Gotcha! No problem! Mario Brothers! Here I come! Here I come! Lucky! Gotcha! Dun-da-da-dun! Gotcha! Lucky! No problem! Mario Brothers! Here I come! No problem! I'm moving now! Yeah, sure.